Всем еще раз добрый день. Здравствуйте, меня зовут Илья, продакт-менеджер компании Appymatica. Меня зовут Воронов Александр, я продакт-менеджер компании Appymatica по оборудованию E-Star. И сегодня, коллеги, мы поговорим о решениях E-Star и Fadwell для средних и высших учебных заведений. Известно, что в настоящее время высшие и средние заведения и вообще учебные заведения в России активно модернизируются, строятся новые, существующие учебные заведения стараются также соответствовать современным стандартам, вводят новые программы, вводят новые способы обучения, в том числе и удаленные. И в том числе каждому из учебных заведений требуется применение определенных технологий, определенных подходов для обеспечения их учебных процессов. Общим является для всех учебных заведений необходимость в таких обычных ежедневных вещах, как контроль доступа, контроль возможности прохода на территорию учебного заведения, возможность оповещения учеников, студентов, преподавателей о каких-то мероприятиях, о каких-то событиях и возможность предоставления студентам и преподавателям удаленного обучения. Ну, то есть имеется ряд повседневных задач, которые как сложились исторически, так и появились новые. И для решения этих задач необходимы определенные инструменты. Те инструменты, которые применялись ранее, также частично остаются и используются в школах, в институтах, в техникумах. Но, тем не менее, поскольку прогресс движется вперед, появляются новые варианты, новые решения. Опять-таки, никто не отменял необходимость оптимизации затрат для обеспечения деятельности учебного заведения. И сегодня мы рассмотрим несколько примеров, рассмотрим те решения, то оборудование, которое позволит, на наш взгляд, наиболее эффективным способом обеспечить функционирование и решение повседневных задач для большинства учебных заведений. Моя часть, за которую я отвечаю, именно конечное оборудование от Fadwell, может быть, меньшее по объему сегодня будет, но, надеюсь, не менее значимое по смыслу. Сейчас начнем обо всем по порядку. Так, хотелось бы в первую очередь сказать, что в настоящее время практически любая организация, любое предприятие, учебное заведение обладает достаточно развитой IP-сетью, которая является фактически универсальной средой для использования каких-либо технологий. Мы также предлагаем использовать IP-сеть в качестве основной среды передачи информации для наших вариантов решения задач. И далее более подробно мы рассмотрим конкретные кейсы и конкретное оборудование, которое мы для этого предлагаем. В начале, на первых слайдах этой презентации, мы посмотрим крупные компоненты этих решений, которые дальше как кирпичики будут складываться непосредственно в кейсы для решения конкретных задач. Ядром информационной системы, на базе которого мы предлагаем строить технические решения для учебных заведений, является оборудование и телефонная станция компании E-Star. Телефонная станция компании E-Star S-серии. Достаточно известные телефонные станции на российском рынке, часто используемые малыми и средними компаниями и обладающими достаточно хорошей функциональностью, простые в использовании и надежные. В состав телефонных станций включено большое количество возможностей как модернизации, расширения и непосредственно тех сервисов, которые могут быть востребованы для учебных заведений. Есть несколько моделей данных телефонных станций: S50, S100, S300. Есть также еще модель S20 и S412. Но поскольку мы говорим об учебных заведениях, о количество людей достаточно велико, мы считаем, что поэтому более младшие модели мы в настоящий момент не рассматриваем. И старшие модели S50, S100, S300 позволяют
по нашему мнению, закрыть все основные потребности как по количеству сотрудников, которые могли бы воспользоваться услугами данных телефонных станций, так и по функционалу, который может быть предоставлен. Телефонные станции компании E-Star являются модульными, что говорит о том, что любые практические виды интерфейсов, которые могут существовать ранее в учебном заведении, как то аналоговые линии для подключения к городской телефонной сети, как аналоговые телефонные аппараты, также, возможно, какие-либо подключения к городской телефонной сети по цифровым каналам связи, могут все эти варианты подключения использоваться и также задействоваться при работе с телефонными станциями E-Star с помощью специальных модулей, которые устанавливаются внутрь оборудования непосредственно телефонных станций и могут гибко компоноваться в зависимости от конкретной потребности и конкретной задачи в определенном учебном заведении. Модули бывают совершенно разные. Есть модули для подключения городских линий, аналоговых линий, беспроводных линий. Имеются модули для подключения цифровых каналов связи и прочих интерфейсов, которые могут быть востребованы и необходимы. То есть может телефонная станция быть масштабирована в том объеме, который необходим для конкретной задачи в данном случае. Также может объединяться с существующей системой связи, если таковая есть, и работать вместе как единое целое с единым нумерационным планом. Очень удобный веб-ориентированный интерфейс управления телефонной станцией позволяет достаточно просто и легко любому системному администратору разобраться, как телефонной станцией управлять, какие функции активировать. Интерфейс полностью на русском языке и доступен для понимания достаточно просто в течение одного дня разобраться и начать использовать, эксплуатировать оборудование. Кроме того, предлагается дополнительный вариант обслуживания данных телефонных станций в виде системы мониторинга и управления, которую, собственно, можно настроить таким образом, при котором все наиболее важные ошибки, все наиболее важные сообщения будут транслироваться непосредственно на монитор управления и заведомо информировать персонал, который осуществляет поддержку телефонной станции, причем независимо, будет ли это персонал свой собственный для учебного заведения, какой-то IT-отдел, либо это будет обслуживающая организация, которая обеспечивает работоспособность инфраструктуры. То есть это приложение, этот интерфейс может помочь быстро реагировать на возникающие задачи, проблемы, какие-либо информационные сообщения и, соответственно, также быстро принимать меры к их устранению. Одним из наиболее интересных функциональных особенностей телефонных станций E-Star является возможность быстрой и удобной инсталляции терминального оборудования, как то телефонов, либо других устройств, домофонов и прочих, с помощью функции автопровижн. То есть здесь функция автопровижн доступна для не только как бы для телефонов, традиционно используемых E-Link, но и для большого количества телефонов и терминальных устройств других производителей, которые распространены на российском рынке. Кроме того, телефонные станции E-Star содержат очень богатый функционал, встроенный, который не требует дополнительных оплат. Имеется возможность записи телефонных переговоров, возможность создания автосекретарей различного уровня вложений, возможность перевода вызовов, парковки вызовов, передачи вызовов. Но все традиционные функции телефонной станции здесь имеются и даже более широкие, поскольку также имеется возможность создавать конференции, аудиоконференции, возможность использования различного рода групп вызовов, возможность подключения к CRM-системам, ну и прочие функции, которые также могут быть востребованы в рамках учебного процесса и для организации работы учебного заведения. Встроенные механизмы безопасности телефонной станции обеспечивают достаточно хорошую защиту от вторжений
обеспечивается с помощью управления правилами, IP-адресами, блокировки подозрительных IP-адресов, а также создание безопасных туннелей для данного оборудования. При необходимости исключить какие-либо проблемы, неприятности, связанные с выходом из строя основного блока оборудования, на котором завязаны все существующие сервисы, в том числе и терминальные устройства, имеется возможность обеспечить горячее резервирование с помощью установки второго блока, аналогичного существующему, создание между ними связи, подключение осуществляется по локальной сети, и в данном случае при какой-либо аварии, выходе из строя основного блока, сразу же подключается второй, таким образом время простоя уменьшается до минимума. Теперь перейдем ко второй части нашей презентации, оборудование от компании Funwheel, непосредственно те устройства, которые применяются в учебных заведениях для обеспечения безопасности и мониторинга происходящего. Вот на первом слайде представлен, так сказать, хедлайнер нашего сегодняшнего мероприятия, консоль мониторинга управления X210i, одно из топовых устройств от компании Funwheel, которые выступают и как устройство для оповещения с микрофоном гусиной шеи, и устройство, которое может принимать видеосигнал с видеодомофонов или с IP-камер, ну и также как диспетчерская или секретарская консоль с встроенными модулями расширения до 106 значений на программируемых кнопках. Представил эту топовую модель. Сейчас пройдемся по модельному ряду более подробно по каждому из устройств, но сначала, как это в принципе все может работать в школе или в вузе. Вот мы видим в мониторинговом центре, на самом деле это может быть и пост охраны, и, например, какого-то консьержа может быть, или также директора, или завуча, или декана. Из фильмов, сериалов мы часто можем представить картинку, когда идет какое-то объявление по громкой связи по университету, что студент такой-то, зайдите, пожалуйста, в кабинет и так далее. Вот, собственно, у этого человека, который может и должен делать такие объявления, а также следить за обстановкой, иметь возможность подключиться к видеонаблюдению в любой момент, стоит представленная уже консоль X210i. В всем учебном заведении при этом могут использоваться различные IP-камеры. Например, мы, компания IP-Matica, предлагаем на рынке камеры бренда MileSight. И при этом для громкого оповещения, также на картинке представлены, используют SIP-спикеры. Здесь мы в первую очередь, конечно же, предлагаем SIP-спикер от Funwheel IW30. Далее на картинке тоже его покажу. Соответственно, все это коммутируется в данном примере на IP-ATS Yastar, и все замечательно работает. Таким образом, мы получаем такое высокоинтегрированное решение, когда различные аспекты IT-инфраструктуры, видеонаблюдения, оповещения, телефонии и так далее, мы завязываем в единую сеть. Что для этого еще может использоваться? Раз уж поговорили про оповещение, начнем как раз с этого. Если идти справа налево по картинке, то как раз этот SIP-спикер IW30 представлен. Может быть, на картинке он кажется достаточно большим, но нет, на самом деле высота этого устройства примерно 18 сантиметров, достаточно компактная, можно повесить легко в углу комнаты, здания, так, чтобы никому не мешалось и не портило дизайн. Примерные розничные цены в российских рублях на слайде указаны. Это не какие-то точные цены до рубля на сегодняшний день. Это ориентировочные цены, чтобы вы могли понимать, о каких масштабах идет речь для конечного заказчика. Но также для оповещения и для экстренной связи нам понадобятся и аудио- и видеоинтеркомы от компании Funwheel. Здесь сразу небольшое лирическое отступление. Все устройства в линейке i от компании Funwheel обладают функционалом открытия дверьми и управления реле. Соответственно, их все справедливо называть аудио- и видеодомофонами именно, или просто IP-домофонами. В зависимости от сценария применения, от того функционала, который нам нужен, также справедливо эти модели, в первую очередь те, которые обладают только одной кнопкой для экстренной связи или для вызова заранее запрограммированного номера, называть интеркомами. Здесь нет какой-то
ошибки, какой-то особой подоплеки, можно и так, но и в первую очередь это скорее зависит от именно сценария использования. Ну, то же самое, нам ничто не мешает эти устройства назвать, например, SIP-вызывная панель, так что, надеюсь, здесь путаницы не будет. Здесь мы можем посмотреть и рассмотреть различные модели и более топовые вариации, например, i16V за примерно 20 тысяч рублей. Более простые, в более простом дизайне, без поддержки видеосвязи, аудиоинтеркома i12, тоже в защищенном корпусе, чтобы школьники или студенты там случайно или специально не могли его как-то разбить, испортить или еще как-то навредить. Ну и совсем простые вызывные панели, уже не в защищенном корпусе, i10, который стоит порядка 5-6 тысяч рублей в розницу. Ну, такие штуки, например, можно ставить перед входом в кабинет директора или кабинет завуча или декана, чтобы кто-то мог нажать на кнопку и спросить, здравствуйте, можно ли войти, ну и там, соответственно, уже секретарь или лично какой кто-то из управляющих может ответить. Другие устройства непосредственно для использования с функционалом SIP-домофонии также в высших учебных заведениях и в средних учебных заведениях прекрасно находят себе применение. Здесь уже речь скорее идет о том, что для ограничения доступа в какое-то из помещений или, может быть, во все здание целиком, или какие-то закрытые, например, подвальные помещения или спортзалы и так далее, администрация, бухгалтерия, требуется именно устройство с различными вариантами обеспечения доступа. То есть среди тех устройств, которые представлены на картинке, мы видим, что можно, соответственно, ввести код на открытие. Это справедливо для трех из четырех устройств, но, как видите, в i32V нет полноценной клавиатуры, поэтому, понятное дело, там код ввести нельзя. Можно только нажать на кнопку вызова, и там, например, ответит охранник внутри. Но в i32V, как и во всех остальных представленных на слайде, есть считыватель RFID-карт. То есть, например, администрации, охранникам, учителям, к примеру, можно выдать карточки, которые будут, они будут входить, например, в учительскую, просто прикладывая свою карту. Ну, или также, как уже сказал, конечно, и в других моделях можно нажать на кнопку вызова и связаться с, например, охранником. Естественно, все это с качеством HD осуществляется, HD-аудио и также HD-видео, в том числе и в режиме ночной съемки работают данные домофоны, обеспечивая гибкий контроль доступа и также и видеонаблюдение в любое время дня или ночи. Ну, то есть, еще раз перелистну на секундочку на слайд назад, мы предлагаем вот такие устройства с одной кнопкой вызова использовать скорее как вызовные панели, панели экстренной связи внутри помещений или снаружи, опять может быть где-то на парковке, например, или при въезде около шлагбаума для связи с охраной, если, например, это какой-то большой кампус, большой университет с большой парковкой, это вполне себе оправдано. А вот такие устройства с считывателем карты и с полноценной клавиатурой уже логичнее использовать непосредственно при входе для контроля доступа через те или иные двери. Ну и вот мы идем дальше. Какие устройства могут использоваться как ответные части во всех этих решениях? Про консоль мониторинга X210i в целом я уже рассказал. Но также ориентировочную примерную розничную цену можете увидеть на экране. Также мы предлагаем как один из вариантов использования это IP-телефон X5U. Он не принимает видеосигнал, но может использоваться как, естественно, аудио-ответное устройство в отличном дизайне, яркое, заметное. Опять же, как нам кажется, директора или деканы высших учебных заведений или ректоры могут захотеть поставить себе на стол такой яркий красный телефон, который все время заметен и отличается, попадается на глаза. Также это может быть важно в случае каких-то экстренных ситуаций, ограниченного времени, в случае какой-то потенциальной паники, угрозы, чтобы любой человек увидел телефон, мог быстро его опознать и попросить о помощи. Здесь также не обойдется без IP-телефонов H2U от Funvel, которые бывают черного и белого цвета и скорее они ставятся где-то в коридорах, в коридорных помещениях. Ну, здесь, опять же, мы должны подумать о возможности порчи этого имущества. Если
вы знаете, что у вас там школьники или студенты нерадивые и любят что-то попортить, ну, наверное, здесь вернемся к вариантам защищенных вызовных панелей, таких как i12, которые были пару слайдов назад. Но в каких-то ситуациях можно поставить и дешевую SIP-трубку, которая компактно висит на стене, никому не мешает, не занимает много места, на который можно занести нужные данные на кнопке быстрого набора, также прописать там, например, охрана, деканат, учебная часть, какие-то другие необходимые значения. Ну и, соответственно, в случае, если нужна помощь, консультация или еще в каких-то сценариях, любой студент или преподаватель или сотрудник может этим телефоном воспользоваться. И как один из вариантов также применения колонны экстренного вызова, здесь не указана действительно розничная цена, но она по большому счету здесь не нужна. Мы говорим не про то, что именно от компании Funvel мы поставляем такие колонны экстренного вызова, скорее про саму возможность теоретическую того, что где-то в общих пространствах, на парковках, опять же, может быть, на спортивных комплексах в университетах можно поставить колонны экстренного вызова различных производителей, в том числе и китайских, и отечественных, с проблесковым маячком, с громкой сиреной, и туда прекрасно интегрируются те же самые вызовные панели от Funvel. Ну, например, i12 или i16, которые мы видели на предыдущих слайдах. Все эти устройства также поддерживают, конечно же, HD-аудио, повторюсь, эхоподавление, и даже в шумных ситуациях будет обеспечена понятная громкая речь, ну и поддержка кодека Opus тоже в этом плане помогает. Итак, резюмируя все, что я сейчас говорил, еще раз давайте подведем черту, какие сценарии применения могут в этом случае быть. Вызов помощи. То, что в университетах, школах действительно должно быть и обязано быть, чтобы любой попавший, так скажем, в беду школьник или студент мог вызвать помощь. Режим экстренной консультации. Здесь речь про то, что с помощью устройства от Funvel можно также быстро и просто создать конференцию, привлечь к решению вопроса какого-то специалиста в случае возникновения проблем. Контроль доступа, физическая защищенность, контроль доступа и открытие дверьми, чтобы никто сторонний не мог пройти в те или иные помещения. Режим удаленной помощи на громкой связи, конечно, это все тоже можно предоставить. Могут быть, опять же, разные сценарии. Например, в том же центре мониторинга увидели по камере, что что-то произошло, какая-нибудь, например, драка на парковке. Можно через тот же интерком что-то сказать громко, попытаться отпугнуть, ну или в каких-то случаях просто чем-то помочь человеку, который, может быть, в какую-то беду попал. Пока не подоспела физическая помощь, там, условно говоря, охранник, например, физически не успел подойти. Воспроизведение файлов. И это, конечно, возможно, опять же, здесь с помощью SIP-колонок в первую очередь, каких-то, например, объявлений, оповещений, которые могут быть заранее записаны. Громкое вещание. Также можно поднять трубку или, опять же, в микрофон гусиная шея, сказать объявление, кого-то похвалить или, наоборот, вызвать в деканат. Тут сценарии самих объявлений могут быть самые разные. И оповещение по расписанию. Наверное, то, что понятно и применимо практически в любом учебном заведении, но когда начинается или заканчивается урок или пара, можно включить звонок по расписанию, который будет всем говорить о том, что занятия начались или закончились. Ну и также оповещение по звонку, конечно, это тоже можно, если произошло какое-то событие, ну, например, какой-то датчик сработал, в том числе датчик задымления, к примеру. На этом я свою часть пока что закончу и передам слово Александру. Да, коллеги, мы к настоящему моменту рассмотрели основные крупные, так скажем, компоненты возможных решений. И далее мы перейдем к разбору конкретных кейсов, в которых мы увидим, каким образом данное оборудование сочетается для решения конкретных задач. Какие задачи основные являются как бы такими животрепещущими для любого учебного заведения? Ну вот мы выбрали на самом деле для рассмотрения 4, хотя их наверняка больше. Вот. И основными задачами мы видим следующие. Это задача контроля доступа сотрудников, либо школьников, либо учеников
на территорию учебного заведения, ну и, соответственно, выхода за территорию. То есть это задача повседневная, решается она постоянно, ежедневно, и для нее также требуется обеспечение определенными средствами контроля и доступа, контроля доступа и пропуска на территорию. Кроме того, повседневной задачей является необходимость оповещения учащихся, оповещения сотрудников учреждения о каких-либо событиях, а также в случае наличия нескольких корпусов, нескольких зданий учебных заведений, наличие распределенных учебных частей, необходима организация связи между этими корпусами для того, чтобы можно было оперативно реагировать, оперативно связываться между собой сотрудниками, ну и тоже производить какие-то дополнительные информационные оповещения, рассылки. Кроме того, в настоящее время необходимость использования удаленного обучения также ставит задачи по расширению использования унифицированных коммуникаций всеми участниками учебного процесса. Ну и, собственно, далее разберем с 1 по 4 пункт те возможности реализации, которых мы ранее таким как бы подготовительным образом разбирали их основные компоненты. Решение для контроля доступа. Где может потребоваться контроль доступа? Контроль доступа может быть востребован в первую очередь при проходе на территорию самого учебного заведения. Здесь используются решения и оборудование Funwheel в вандалозащищенном варианте, поскольку стоит на улице и, собственно, может подвергаться различным воздействиям, как природным, как температурным, так и, собственно, физическим со стороны населения. Вот. Контроль доступа также может быть востребован внутри зданий. Для прохода с определенной территории учебного заведения как бы на одну территорию, пересечение определенных границ, разделение зон доступа, ну как-то какие-то территории, связанные с работой персонала учебного заведения, либо самих учащихся, отдельные зоны для столовых, может быть, каких-то залов спортивных или актовых, везде может потребоваться необходимость определенного контроля за перемещением, за проходом учащихся и сотрудников. Для решения этой задачи используется в качестве основы, в качестве базового сервера телефонной станции E-Star, в качестве терминальных устройств, устройства от компании Funwheel. Также с устройств компании Funwheel можно как обеспечивать вход-выход, также и передавать видеоинформацию на терминал, на телефон сотрудника, обеспечивающего режим охраны данного учебного заведения, ну, собственно, для визуального контроля того, кто может проходить на территорию. Вот. Соответственно, таких устройств может быть установлено много, в достаточном количестве, для разделения всех зон, которые требуют данного контроля. Система оповещения. Ну, известно, что периодически в учебном заведении необходимо оповещать как учащихся, так и сотрудников об определенных мероприятиях. Самое простое – это звонок по окончанию какого-либо учебного процесса, семинара. Вот. Возможно, какие-то объявления общие для всех учащихся, либо по отдельным группам. И во всем этом процессе достаточно просто, опять-таки, используя в качестве среды передачи IP-сеть. У нас вообще как бы все наши решения строятся на технологии использования IP-сетей, all over SIP, так называемая, и все устройства подключаются через IP-сети по SIP-протоколу. Для системы оповещения у нас используется несколько вариантов, можно использовать. Это либо устройство Funwheel, колонки, которые подключаются непосредственно по IP-сети, либо устройства, которые подключаются через специальные аналоговые громкоговорители, которые подключаются через специальные адаптеры, уже непосредственно имеющие выход также на IP-сеть.
В обоих случаях организация оповещения осуществляется посредством телефонной станции ЕСТАР с помощью создания соответствующих групп и вызова данных групп, либо проигрывания сообщений из заранее записанных сообщений в системе. Либо это может осуществляться просто с голосового пульта производства компании Funvel в голосовом режиме обычно. Организация связи между корпусами тоже может быть достаточно актуальной в том случае, когда имеется несколько корпусов, в том случае, когда кабинеты сотрудников учебного заведения расположены также территориально распределенно и имеется необходимость связи и передачи информации без какого-либо использования внешних средств связи, а используя просто простой набор короткого номера в рамках общей телефонной станции, телефонной сети. Для этого может использоваться несколько телефонных станций ЕСТАР различных серий, которые объединяются с помощью функции Multisite Interconnect в единую коммуникационную систему, имеющую единый нумерационный план и, соответственно, обеспечивающую прямой набор короткого номера без какого-либо дополнительного набора кода для выхода на внешние линии связи или еще каких-то сложных процедур. В данном случае вся система связи, несмотря на то, что корпуса могут быть различные, ведет себя как единая телефонная станция с передачей всех необходимых сервисов. Нельзя не упомянуть унифицированные коммуникации. Телефонная станция ЕСТАР содержит встроенное решение, обеспечивающее достаточно удобное использование системы унифицированных коммуникаций Linksys Cloud Service для любого сотрудника, для любого абонента данной телефонной станции. Причем, как это работает? Само приложение Linksys Cloud Service может устанавливаться на телефонные, на мобильные телефоны с операционными системами Android либо iOS, а также на десктопы, на настольные компьютеры, на ноутбуки с операционной системой Windows и использоваться параллельно, так скажем, одним и тем же человеком как на телефонном аппарате, мобильном телефоне, так и на настольном компьютере. То есть вся информация будет дублироваться и аналогично как на телефоне, так и на настольном, соответственно, компьютере, на настольном устройстве. При этом с мобильного телефона, находясь на территории учебного заведения, при подключении либо к Wi-Fi сети учебного заведения, либо к интернету через локального провайдера интернета беспроводного, можно воспользоваться коротким набором номера в рамках телефонной сети учебной организации. Можно видеть состояние сотрудников, которые в данный момент либо разговаривать могут, либо быть свободными. То есть будет понятно, можно ли набрать номер, либо стоит подождать. Можно отправлять с помощью системы унифицированных коммуникаций короткие сообщения, аналогичные чатам. Можно с компьютера осуществлять пересылку файлов. То есть имеется достаточно большое количество функций, которые могут быть востребованы сотрудниками, находящимися удаленно, не привязанными напрямую, не находящимися даже на территории учебного заведения. Тем не менее, они будут пользоваться, будут иметь возможность пользоваться всеми функциями телефонной станции, системы связи, которая в данном учебном заведении работает и обеспечивает все те услуги, которые востребованы в ежедневном режиме. То есть конференц-связь, то есть возможность в том числе и прямого видеозвонка, то есть возможность переадресации вызовов, то есть любой удаленный сотрудник может вести и чувствовать себя таким образом, как будто бы он находится на территории и продолжает работать в рамках учебного заведения. В эпоху коронавируса наиболее актуально. Ну, то есть, да, наиболее актуально эти функционал и востребован именно в эпоху коронавируса, в момент пандемии, данная возможность очень сильно востребована, причем разными организациями, не только школьными, очень активно используется. Как я уже ранее сказал, то есть унифицированные коммуникации в виде клиента могут устанавливаться как на мобильный телефон, так и на
настольный компьютер и ноутбук. Соответственно, этот функционал позволяет очень гибко управлять вызовами, возможностями получать информационные и другие сообщения и улучшает в целом взаимодействие внутри компании, внутри учебного заведения, как между сотрудниками, так и в целом может улучшать взаимодействие между студентами, если такие сервисы для них будут доступны, ну, по решению, собственно, самого учебного заведения. Преимущества решений совместных, на которых строятся определенные кейсы, которые мы рассматривали, очевидны. То есть они очевидны как для разных групп сотрудников, для администраторов учебного заведения, для студентов, для IT-менеджеров, для тех студентов, которые обучаются удаленно, или для преподавателей, которые обучаются удаленно. То есть на удаленном обучении наиболее востребованными и интересными функциями могут быть, как, например, Linkos Cloud Service, о котором мы говорили, то есть это клиенты, встроенные в мобильные телефоны, позволяющие общаться и организовывать запись переговоров, организовывать конференц-вызовы, обеспечивать возможность коммуникации с помощью чата и пересылки каких-либо файлов или сообщений. IT-менеджеры, которые обеспечивают функционирование и работу всех повседневных сервисов, также будут достаточно рады и тем интерфейсам, которые предоставляют возможность удаленного обслуживания. То есть не потребуется в каждом конкретном случае при каких-либо проблемах перемещаться физически на территорию учебного заведения, проходить в серверную, смотреть, что там происходит, подключаться проводом, кабелем к оборудованию. Все это можно сделать удаленно, через интернет, безопасно и удобно. Администраторы учебного заведения, директор, какие-либо другие сотрудники могут успешно и удобно пользоваться возможностями оповещения, возможностями также коммуникации унифицированных, обеспечивать персональные приветствия, настраивать таким образом свою деятельность, свою возможность использования, так скажем, совершения вызовов гибко и удобно. То есть можно обеспечивать возможность принятия вызовов по определенным группам, какие-то вызовы ставить в очередь, какие-то распределять своим коллегам, своим сотрудникам. То есть очень гибко настраивать систему маршрутизации вызовов для той работы, которая необходима. Ну и, соответственно, студенты всегда получат вовремя те сообщения, которые хотят до них донести администраторы и другие представители, сотрудники учебного заведения. Контроль доступа поможет не проникнуть на территорию посторонним лицам, ну и также будет удобен, поскольку терминальные устройства от компании Funwell обеспечивают такой доступ в достаточно хорошем, удобном режиме с помощью всех современных имеющихся сервисов. Есть достаточно большое количество реализованных проектов. Да, хочется сказать, что примеров реализации проектов на базе оборудования, на базе телефонных станций E-Star, оборудования E-Star и на базе оборудования Funwell великое множество. Здесь можно сказать о даже не сотнях, можно сказать, я бы, наверное, даже не побоюсь этого, тысячи проектов в рамках нашей страны. Для примера мы привели здесь два реализованных проекта. Это Тульский педагогический университет и Белорусский экономический университет. Соответственно, в них реализовано оборудование на базе, реализовано решение на базе оборудования Funwell. По чуть подробнее, Илья, можешь что сказать по ним? Ну, тут, по большому счету, подробнее чего ты не расскажешь. Но действительно, самые разнообразные учебные заведения в своей работе так или иначе пользуются комплексными или
частично берут какое-то оборудование от Funwheel, как вот в этих примерах, ну, честно взятых, собственно, с сайта компании Funwheel. Лишний раз можно похвалить вендора за то, что все кейсы и проекты очень удобны и в открытом доступе выложены на сайте funwheel.com, поэтому с этим никогда проблем не возникает. Ну, здесь, соответственно, решение для безопасности и для телефонии, в том числе для обеспечения телефонной IP-связи административного персонала, вот применяются, к примеру, в двух таких учебных заведениях в России и Беларуси. Ну, то есть хочется сказать, что решения на базе оборудования eStat и Funwheel для учебных заведений являются SIP-ориентированными, прекрасно ложатся на имеющуюся IP-инфраструктуру. Стоимость этих решений достаточно недорогая, что важно в наше время. Любой бюджет достаточно ограничен, как правило, и решения, которые могут обеспечить надежное функционирование и выполнение требуемых задач, при этом еще относительно недорогие, всегда будут востребованы и интересны. Для примера можно, наверное, сказать, что при стоимости телефонной станции eStar, там S50, например, в районе, ну или там S100, в районе 60 тысяч рублей, и терминального устройства, ну, для контроля доступа Funwheel в районе, ну, сколько там, 15, да, наверное? Ну, к примеру, 15 тысяч рублей, да, и при наличии одного, допустим, входа, да, на территорию учебного заведения, можно понимать, что решение задачи контроля доступа укладывается в сумму менее 100 тысяч рублей. Ну, то есть от 100 тысяч рублей решение, но на оборудование eStar и Funwheel уже можно рассматривать для каких-то конкретных задач. Вот. Наверное, это интересно. Мы предполагаем, что это вполне себе может быть жизненно и удобно для любых учебных заведений. Поэтому приглашаем вас пользоваться теми кейсами, которые мы рассмотрели, и использовать их в вашей работе. Да, все так. Если какие-то вопросы в рамках нашей презентации появились, просим вас их задавать. Да, всем спасибо. Отдельное спасибо, отдельный привет тем, кто посмотрел нас на YouTube в записи. Если у вас есть вопросы, также пишите их внизу в комментариях. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну, если вопросов нет, коллеги, тогда еще раз говорим вам всем спасибо. И на этом наш вебинар заканчивается. Всего хорошего. Всем пока.